старт новым техническим открытиям и прогрессу. Накануне в 41-й школе торжественно открылся особый инженерный класс. Программа обучения в нем должна помочь в ранней профориентации детей и сформировать в городе систему подготовки специальных кадров. Это уже второй инженерный класс в Набережных Челнах. Первый был открыт в прошлом году в 30-й школе. Можно поднимать манипулятор, зажимать. Со школьной скамьи в инженеры. Ученики шестых классов демонстрируют своих роботов. Одни играют в футбол, другие поднимают незамысловатые предметы, третьи рисуют и печатают чехлы для мобильных телефонов. Пока ребята занимаются только в школьном кружке робототехники. А мечтают они все об одном – догрызть гранит науки до инженерного класса. Я учусь в шестом классе. Я очень сильно хочу попасть в инженерный класс. Я выбрал себе направление в жизни. Хочу стать инженером. В инженерном классе много, ну как сказать, о математике, всяких наук интересных. А мне не нравится. В инженерном 8-м М-классе 21 ученик. Сюда попали мальчишки и девчонки, победившие на олимпиадах по математике и физике. Соревнования умов прошли под эгидой филиала Казанского федерального университета в рамках проекта «Технолидер». Как признаются ученики, кто-то полюбил робототехнику только в школе, а кто-то знаком с инженерией с самого детства. Вообще у меня папа инженер-конструктор, поэтому он мне часто объясняет, и мне это довольно интересно, поэтому вот я поступила в этот класс. Талантливых и одаренных детей объединили в одну группу в этом году впервые. Основная фишка инженерного класса – проектно-исследовательская деятельность. Ученики будут углубленно изучать математику, физику и даже биологию. Для этого в 41-й школе есть хорошая база. В этом до подписания соглашения убедились гости – ректор Казанского университета, директор Челнинского филиала и мэр Автограда. Могу вам засвидетельствовать, по уровню образования город Набережные Челны находится в числе лидеров. Ребята подготовленные, умные, толковые. Мы хотели бы, чтобы весь этот талант, настоящее будущее нашего славного города направить в правильное русло. Школьников впервые ждет увлекательное путешествие в мир знаний. Они пройдут специальную подготовку в области проектирования, конструирования, робототехники и инженерного дела. Будущих инженеров будут обучать не только школьные педагоги, но и преподаватели Казанского федерального университета. Гузель Шмелькова, Эльнар Мустафин, Челны-24.